Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей, сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу показать вам один быстрый фокус. Ну, точнее, это даже не фокус, а шифт. Шифт человека, который очень известен в карточной среде. Его зовут Дэниэль Мэдисон. Именно он автор этого шифта. Ну что же, не будем тянуть время, переходим и смотрим. Что ж, друзья, прежде чем я покажу вам этот прием, я хочу сказать, что для показа я воспользуюсь колодой NOK V2 в черном исполнении. Кого заинтересовала эта колода, то ссылку на обзор и на покупку в проверенных магазинах, но только не второй версии, а третьей версии такого же черного цвета, я оставлю в описании к этому видео. Итак, теперь к самому приему. Мы берем любую карту. К примеру, это у нас шестерка крестик. И убираем ее в середину колоды. Заталкиваем ее, и она у нас оказывается снизу. То есть еще раз, берем карту, семерку пик, к примеру, да? Убираем ее в середину колоды, и она у нас оказывается снизу. Еще раз, берем десятку крести, убираем ее в середину колоды, и снова она снизу. И так можно повторять, собственно, до бесконечности. Вот этот вот прием, который придумал Дэниэль Мэдисон, называется он Squeeze Shift. Именно его я предлагаю вам сейчас, и именно ему я вам предлагаю сейчас научиться. Если вам понравилось видео, то прямо сейчас комментируйте, лайкайте, обязательно делитесь им со своими друзьями, для того, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть один из призов. Ну, а мы тем временем перейдем и посмотрим обучение этому элементарному, но требующему немножко и ловкости пальцев фокусу. Ну окей, друзья, давайте научимся этому приему. Прием этот поначалу вам покажется сложным, но потом, когда приловчитесь, будете исполнять его уже на ура. Итак, мы берем любую карту, да? Собственно, эта карта, прием нам нужен для того, чтобы контролить карту вниз. Убираем ее в середину. Вот таким вот образом она у нас сейчас торчит, да? Убираем в середину. То есть обратите внимание, как я держу руки, как у меня палец здесь лежит, как у меня пальцы расположены здесь. Далее я имитирую движение задвигания карты, да? То есть, но когда я задвигаю, я ее вот так вот в бок чуть-чуть убираю. Обратите внимание, как она у меня сейчас торчит. То есть все это происходит быстро. То есть кажется, что вы просто убрали ее в середину и сразу же сделали дрибл. На самом деле вы ее чуть перевели в сторону, да, как здесь вот я сейчас показал. То есть обратите внимание, уголок у меня упирается вот здесь, а мизинец у меня упирается вот здесь. То есть далее я мизинцем вывожу эту карту вот так вот. Еще раз. Вставили. Вывожу ее в бок. Обратите внимание, уголочек у меня вылазит где. Мизинцем я этого подравниваю. И вот так вот держу их. Обратите внимание, у меня где сейчас палец указательный, мизинец и эти. А это у меня все прикрыто рукой. То есть это я, зритель этого не видит. То есть уголок обязательно вот здесь. Большой палец у меня вот здесь вот. Далее я делаю такое движение. Я указательным пальцем начинаю сжимать карту. То есть получается, что она сжимается между мизинцем и указательным пальцем. То есть смотрим. Я начинаю вот этим указательным ее вот сюда вот так вот сгибать. И поднимаю карты, чтобы сделать дрибл. То есть еще разочек. Вставил в центр. В бок вывел. Здесь она у меня вылезла. Я ее выровнял вот так вот, да. Вот этим же большим мизинцем или всеми вот этими пальцами ее просто выравниваете, чтобы она прям как раз вот об этот палец, большой палец правой руки, она у нас выравнивается. Далее я помещаю указательный с двух сторон, вот так вот, и просто сюда его сгибаю и делаю дрибл. И все, карта у меня выведена вниз. То есть взяли, раз, вставили, подсняли, вставили, подсняли. Вставили, подсняли.
Вот такой вот прием, который называется Squeeze Shift. Друзья, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то советую прямо сейчас подписаться. Для этого вы можете просто кликнуть по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на борт. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних событий. Именно туда я все и размещаю. И, конечно же, подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Именно там я собрал редкие встречающиеся фокусы. Вот, они абсолютно бесплатные. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!